22 декабря отметили свой профессиональный праздник работники энергетической промышленности. В честь этого особенного повода в нашем городе состоялся праздничный концерт, на котором сотрудники Конаковской ГРЭС подвели итоги работы за уходящий год и отметили лучших коллег. По традиции мероприятие началось с торжественной части. Профессиональный праздник энергетики, как всегда, отмечают в теплой обстановке, в кругу коллег, друзей и близких. 22 декабря – это важная дата для Конаковской ГРЭС. Это время подведения итогов работы за текущий год. В этом году компания показала очень хорошие результаты. И я рад, что для группы Enel Россия остается стратегически важной и интересной для новых инвестиций. Этот год принес немало перемен в работу станции. Был произведен капитальный ремонт дымовой трубы номер 3 и 6 энергоблока. Изменения коснулись и кадрового состава. В июле работники станции с почетом проводили на заслуженный отдых директора Конаковской ГРЭС Виктора Тупицына. На смену ему пришел новый руководитель Илья Новожилов, который уже полгода стоит во главе предприятия. В своем выступлении он рассказал о планах работы на 2018 год. Уже в феврале стартует новая ремонтная кампания. В марте мы начинаем капитальный ремонт энергоблока номер 8, который будет проходить порядка 90 дней. В следующем году, как я уже говорил, мы ожидаем получения от Министерства энергетики и от нашей компании результатов рассмотрения планов по модернизации станции. И это тоже будет, я думаю, новый виток в нашей жизни. Конаковскую ГРЭС и наш город связывает многолетнее сотрудничество. Поэтому работники электростанции не могли остаться без поздравлений со стороны представителей администрации города. Но мне хотелось бы как раз в профессиональный праздник пожелать, чтобы то партнерство, которое существует между городом и станцией, развивалось и развивалось, будем так говорить, на добрых таких, дружеских, хороших началах. Значит, чтобы продолжался тот интерес станции к подрастающему поколению, к нашим детям, чтобы те социальные программы, которые существуют, приумножались. От всей души я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Совсем недавно, в конце июня, мы отмечали 80-летие нашему любимому городу Конаково. И этот город состоялся благодаря строительству Конаковской ГРЭС. Мы вместе с вами выросли. Хочется сказать большое спасибо вам за вашу работу, добра, мира, всего самого-самого наилучшего. С праздником! В честь праздника администрация города приготовила особый подарок – юбилейное издание книги к 80-летию Конаково, которое вручили генеральному директору ПАО «НЛ Россия» Карлу Палашану и директору Конаковской ГРЭС Илье Новожилову. Немало теплых слов в адрес энергетиков было сказано в этот вечер. Лучших работников станции наградили памятными грамотами, подарками и благодарственными письмами. А завершилась торжественная часть вечера подарком для всех собравшихся – выступлением творческих коллективов города и российской эстрадной группы «Челси».